Давай, ко мне. Я игру сломал. Кайф. Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Руни. Я охренел. Ну, честно, я охренел, когда увидел эту игрушку. Да, Deception 2D. Ну, это правда демочка, но все же прикольно. Так, как ходить? Угу. У нас есть... Играть, да? Очень лютый, кстати. Переход. Лайк за переход. Так, it is done. Not me. Ладно, все. Пожалуй, не буду читать. Все, хватит. Почитали, хватит. Уф. Кстати, по-моему, можно было язык настроить. Я этого не сделал, да? Я знаю, кстати, сюжет. Типа, здорово. Ну, давайте озвучка Руни, как бы, моя любимая. Кто смотрел «Прохождение с Конаном», просто... I love you. Обожаю вас просто. Лучше, ребят. Лучше. Здорово, британчик. Как вообще дела? Ты что тут делаешь? Забыл тут вообще. Зачем ты сюда пришел? Ну, раз ты тут, я тебе не дам уйти. Ты должен мне помочь. Короче, давай ты будешь мне сейчас помогать. Да-да-да-да-да-да. Все. Короче, мы будем сейчас помогать ей. Да, все. Мы должны сейчас очень жестко все делать. Смотрите. Так. Все, найс. Поехали. Да, отстань уже, боже, заколебало. Все. Вот, ты должен пойти туда. Я туда не хочу идти, но мне придется. Страшные обезьяны. О, кстати, чекайте, это тоже подсок, кстати, очень жесткий. Салам алейкум. Так, сколько тут все? А я могу упасть? Конечно, нет. Ну-ка, сколько тут? Тут еще столько точно? И вот многовато тут уровней. Ну, по идее, тут... Ну, смотрите. Сейчас давайте... обезьяны. Девка. Статуи. Да я больше не помню. А не, погодите, утки. Потом больничка, что ли. Аниматроники. Большая медведица. И еще вот три. Ну ладно, окей, окей, окей. Но на данный момент в оригинальном. Это та 2D. Та 3D. Ну, в любом случае, окей. Обосраться. Ой, ой-ой-ой, ребят, что-то страховало уже. Короче, нужно кристаллы собирать, бегать, прыгать. Поехали, ребят. Тут скримера-то не будет. Вот сейчас это упадет, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, что-то страшно. Ладно, пошлите, пофиг. О, нет! Ладно, давайте. Давай, что ты сделаешь? Все равно обосрался. Ладно, все. Давай, открывайся, нет? Открываешься? Ура, все, залетаем. Ты готов? Я готов! Я готов! Поехали. Уф. Так, ребят, все, всем спасибо за просмотр, что-то передумал играть. Да, короче, я должен дойти до сюда, собрать кристаллы, дойти до сюда, я все знаю, давай, давай, все. О. А у меня как-то есть? Есть, да. А у меня будут показываться они на карте, мне интересно? Нет. А, ну окей, побежали. Ёпта! Ёпта! А! Мать. Где они? Я хз, короче. Не пофиг. Это просто прямо пока что. 50 есть. Где они? Где они, ё-моё, страшно. Так. Ну ёпта-мопта! Это нечестно, они крысы. Две хпшки еще есть, нормально, нормально, ребят, затащимся. Ну я думал, они на карте будут показываться, что за еще херня? Вообще нечестно. Так, вот там одна обезьяна идет. Блин, пропустил. Все, побежали.
расплескаем. Расканил тупую обезьяну. Так. Ёпта! Босырат, что так? Чё? Это что такое? Чё-то как-то сложно, ребят, ну ладно. Пятин тут. Пожалуйста, лечи все-таки. Не будем там останавливаться, нафиг лучше пойдем. Мне давно что-то тут пойти как бы собрать. Блин, одно хп плохо очень. Так. Пошли нахер. Тут ничего, кстати, нет, блин. Блин, вы издеваетесь, что ли? Все, мы сдохли, да? Сейчас будут смеяться. Рестарт, конечно. Еще раз попробуем. Ладно, окей. Да-да-да, все, давай. Да-да, давай, все. Я готов опять. Давай, ко мне. Я игру сломал. Кайф. Все, давай. Блин, что-то их прям дофига слушайте. Жесть прям. А, на первых я прям тупо хпшки потратил. Нормально дойти. Так, нафиг иди. Как? Блин, вы издеваетесь, что ли? Тупые обезьяны, блин. Ладно. Погнали. О, кайф. Похаваем что-то сейчас. А, погнали. Так, надо скамить. Классно заскамить. О! Туда этих обезьян просто. О! А, тут кто-то был. Там что-то красное было. А, их прям до хера. Нет! Вы видали, как я заскамил? Просто я гоняю обезьян, блин. Прикольная игрушка. А можно в лифт? Нельзя. Ладно, пошлите. Давайте. Все, они остановились домой, да? Да, они остановились, кайф. Просто вперед, пока что идем. Так, хорошо. Это прям большой кругозор смотреть. Это не рядом, да? Ё-моё! Так обосраться, слушайте, можно. Так, 50 есть. Ну как? Ну, их, блин, там было, их около 10, как это пройти? Это нереально, ну ё-моё. Сюда, погоди, что это за кнопка? Я не хочу сюда нажимать, потому что опасно будет. Континент продолжит, наверное, да? Что-то я затупил рестарт за... Ладно, пофиг. Ладно, давайте, все, поехали. Да, давайте. Давай вместе. Давай вместе пойдем. Ну ладно, давайте. Вот так и... Спасибо. Ой, боже, что-то как-то... Меня не устраивает, что так все жестко, что как-то вообще фигово, слушайте. Их прям дофига, слушай, это просто невозможно, их слишком много, блин. Знаешь, никаких сил нет, суперсил, блин, даже. Все, просто так не сливаемся. Вот там обезьянка была. Так вот. Пас, пофиг.
Так, кухня. 20 есть. Пробегу. Ну твою, ну вот как? Вы охренели, обезьяны, блин. Обезьяны, блин, глупые, а. Бесит меня жестко. Ну где я? Давай. Опять эта обезьяна тупая. Их можно, их надо, как я понял, обходить, да? По-другому чисто вообще никак. Просто нужно обходить. Что, мне хана, да? Так как? Я думал, пробегу, я даже не пробежал. О, не. Просто капец. Ладно, пошлите. Лично, пожалуйста. Спасибо. Они уже бегут. Пошлите к желтому, чтобы они остановились. Они меня заколебали просто. Они мне... Их там трое, нафиг. Там еще одна сдвиг. Просто смотрел, что... Что это нафиг такое? Может, задонатить, я не знаю. Там. Вот, все, посмотрите еще раз. Нафиг, идите. Обезьяны тупые. Тупые обезьяны. Туда вас. Обезьяны тупые. Блин, ну как я не пробежал? Как я не пробежал? Как я не пробежал? Как я не пробежал, боже, я не понимаю. Ладно. Пошлите наверх тогда. Все, пошлите наверх. Так, там идет. Мы идем вниз тогда, да? Она идет, она говорит, иди нафиг, ты не будешь там кайфовать. Мы, значит, там не будем кайфовать. Ну, я не знаю, тупые обезьяны, блин. Все, я с этого дня ненавижу обезьян. Все. Ну ладно, я люблю обезьян. Открой! Крыса. А, блин, а зачем мне сюда идти? Ладно, пошлите, пошлите, пошлите. О, стоп, домой! Ха, домой тебя! Тупая обезьяна. Ну, чекать еще двери, как я понимаю, да? Ура, кайф, может нормально получить ее, может, не заколебали просто. Мне бы в дверь тут все закрыть, зайти там. Думаю, что это не, они еще быстро? Слушай, они в обход идут. Они, это не туп... Мне говорят, ты... Чё? Она говорит, красавчик или что-то. Аня спросила, вроде, говорит, какую-то, нет? Пошли в жопу. В жопу идите. Тупые обезьяны. Блин, я тупой. Так. Офигеть. Уж мало осталось так-то. Кстати, толпой ходят, они тупые. Дверь. Он сраку на дверь. Они тупые, они ходят все вместе, они очень тупые. Блин, пойду налево. Это последний хп. Погоди, можешь же возродиться было, да? Можно было. Это возрождение? Да. Да, найс, все, найс, хорошо. Так, это там идет. Тут рядом, да, вот. Все, мне тут вообще надо что-то делать или нет? В любом случае, тут побегаем еще. А там еще одна, слушайте.
Я побежал. Мне нужно просто красный. Ой, мне нужно красный взять. Так, погодите. Там есть красный кристалл, мне нужно красный кристалл взять, ребят. Блин, капец. Ладно, давайте пока что потом заберем его. Сначала тут будем вот тогда. Давайте. В подах я думал, что всегда хорошо, но там всегда плохо. Вот, ёпта, я поэтому и говорю, что там всегда плохо. Ни одной локации вообще нельзя остановиться, потому что там всегда обезьяны. Они пока что вроде толпой идут, знаете? Хорошо. Так, ну тут вроде ни хера уже нет. Все, пошли отсюда. Так. Беги! Беги! Задолбали обезьяны! Ладно, мы пройдем, мы пройдем, мы должны пройти. Нормально. Так, пошлите возьмем тогда красный большой или как-то. Можешь обязательно брать, по идее. Ну, я так думаю. Видите, там же какой-то красный был. Или там обезьяну показывали. ХЗ, короче. В том случае нам бы взять красный тут большой. А нет, тут еще даже пропущенный у меня. Ни хрена себе. Там до хера слушаю пропущенный. Они толпой ходят. Это прям не нужно. Тут на. Блин, тут и на карту смотреть, и везде, короче, нужно смотреть, это не очень удобно. Сейчас срака полная. Так, ладно. 15, кстати, осталось всего. Где у нас там? Мне нужно еще добежать, кстати же. Ё-моё. А где, алё? Ой, обосрётся! А блин, а где у меня? Так, они троём идут. Тут их штук 10, ребят. А вот. Нет! Блин! Зря рискнул. Не надо было рисковать, блин. Блин, ё-моё, зря рискнул. Так, давайте, ребят. Поехали. Так, пошли, погнали. Так, где у нас? Вот, всё. Ну, твою мать, ты охренел, что ли, обезьяна тупая? Блин, тупая. Так, ладно. Так, она там, это хорошо. Хорошо! А, все, даже добегать не надо или что? Это... Йоооо! Твою мать, они сильнее стали! Он две хпшки на. А, я все, я выиграл, нет? Все, я дошел. Я победил, алё, все! Домой! Ура! Все, я дошел! Ух, все! Ух, ё-моё! Все, домой, я победил! Да я победил? Ё-моё! Идите нахер! Я обосрался! Все, у меня оценка Б. Что-то еще есть? Агата или как там его зовут? Имба левел 2. Так. Ну это. Иди нахер! Гуд, красавчик, хорошо справился. Вот этот демон пошел вообще в жопу, если я ему разговаривать не хочу. Он странный, я его боюсь, он стрёмный. Не слушай его, он чушь не всё, да. Да, нам таких еще миллион надо.
Хорошая работа, красавчик, я тебе дам всякие прикольные плюшки. Да. Ребят, прикольно, конечно. Но... Еще есть это? В натуре, давайте посмотрим только немного. Еще агата есть! Ой, обосраться можно. Не. Ебой! Да, ребят. Это... Нет уже, да? Это демка, продолжение следует. Да, ребят, все. Уф. Бархатные тяги, однако. Все, тогда на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр, ребят. Классная демочка. Супер Dark Deception. Просто, ну реально, классная демочка. Я пересрался просто. Эти обезьяны, я не знаю, это просто ад. В общем, дорогие друзья, с вами был Рони. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!